В детских садах Кишинева вновь открывают группы для самых маленьких, от 2 до 4 лет, которые посещали дошкольные заведения до пандемии. Ситуация в области образования остается стабильной. Всплеска числа случаев заболевания среди учителей или детей нет, отмечают столичные власти. В связи с этим процесс обучения будет продолжен. La capitul instituției educaționale. Ситуация стабильна, но мы имеем крещение сигнификативно о номере казусов de îmbolnăviri între profesori sau copii. Redeschiderea grădiniților pentru copiii de vârsta 2-4 ani care au frecventat instituțiile de învățământ preșcolar până la suspendarea activității pe mod pandemic, asta în contextul în care medicii au explicat că riscul de îmbolnăvire totuși este unul mic la aceste categorii de copii. Однако есть нововведение. По решению чрезвычайной муниципальной комиссии по общественному здоровью, ношение масок становится обязательным для учащихся средних и старших классов как в учебных учреждениях, так и во дворе школ. Это же правило вводится для профессиональных школ и университетов. Если случай подтверждается в классе или заболевает учитель, весь класс или группа отправляются на самоизоляцию, а занятия проводятся удаленно. Муниципальные власти также постановили, что рынки, торговые центры, рестораны и гостиницы в Кишиневе, которые не будут соблюдать правила безопасности в отношении COVID, могут закрыть на срок до 3 месяцев. Решение будет принято в том случае, если Центр общественного здоровья столицы или муниципальная полиция обнаружат отклонение и уведомят об этом ответственные учреждения.